Задание на координацию, внимательность и скорость. Юные зареченцы стали участниками веселого спортивного праздника, который прошел на стадионе физкультурно-оздоровительного комплекса «Лесной». Организаторы соревнований постарались подготовить для ребят из летнего лагеря при 226-й школе интересную и полезную программу. Цель сегодняшнего мероприятия, безусловно, это получить максимальное удовольствие от занятий физической культурой. Ну и если озвучивать цель на долгосрочную перспективу, это начать формировать у детей положительную привычку заниматься физической культурой и спортом. Была задача именно подобрать упражнения необычные, с которыми они еще не имели опыта сталкиваться. Это была ключевая задача. Юные спортсмены старательно выполняли задания ведущего. На соревнованиях не учитывался результат, но каждому участнику хотелось преодолеть дистанцию быстрее соперников. Яркие эмоции и хорошее настроение стали главной наградой ребятам, участникам спортивного праздника «Лето в движении». А после каникул школьников ждут в спортивных секциях, ведь активный образ жизни – это здоровье и успех. Наталья Елистратова, Александр Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный».